Всем привет! Привет! Так. Новый влог. Понедельник сегодня. Значит так, какие планы? Я хочу сегодня начать делать уже моей принцессе Евочке адвент-календарь. Я накупила подарков. И в этом году буду его делать сама. Так, сейчас будем все с вами смотреть. Значит, смотрите. Я вообще, кто не знает, вот адвент-календарь, это мы начинаем с 1 декабря и по 24, то есть до Рождества, отчитывать каждый денек, и вот именно таким образом детки ждут Рождество, и каждый день достают какие-то небольшие подарочки. То есть это могут быть украшения, игрушки, шоколадки, сладости, в общем, всевозможные. Раньше Еве всегда брали адвенты Playmobil. В этом году она уже не захотела. Она говорит, нет, я хочу что-нибудь такое вот. То есть ребенок повзрослел, уже хочет разные там помадки, заколочки, вот такое вот все. Ей интересно. В общем, а вообще я впервые с адвент-календарем познакомилась именно здесь, в Германии. Мы когда жили на Украине, такого как бы не было. Ну, по крайней мере, лично я не сталкивалась, нигде не видела. Не настолько это что ли популярное там, не знаю. Хотя, может, уже... За 3 года что-то изменилось, я не в курсе. Может, там уже тоже продаются, люди делают. В общем, так, в этом году я буду делать, я хочу вот на вот этом вот окне, вот так вот, повешу вот такие я купила пакетики. Они здесь идет уже веревка, прищепочки, пакетики и вот такие разные наклеечки там будут, циферки. Ну и, конечно, кучу подарков я накупила. Сейчас все покажу. Пойдемте на диван. Итак, что здесь у меня? Я взяла вот такую вот ручку, помаду, вот такой вот обруч, она очень любит это, фломастеры, ей как раз Лука все испортил, погрыз, и в общем у нее сейчас нет фломастеров. Дальше. Где-то разбавлять, конечно, буду шоколадками. Вот такие Деда Мороза взяла. И вот такие вот монетки. Дальше вот такие вот сердечки. Браслетики. Здесь 3 штучки. Вот такую вот пенку для ванны. Она розового цвета. Красит цвет воды. Классная. Дальше вот такой вот браслетик мне очень понравился. Вот такие камушки Ева любит у меня. Новую зубную щетку. Нужная вещь, да? Дальше вот такую вот заколочку. Кстати, это сейчас все по скидкам. Я взяла вот это вот 99 центов. Вот это 99 центов. И вот этот браслетик пошел в подарок. 2 вещи покупаешь, 3-я в подарок. Потом взяла вот такое вот тоже. Это для купания. Розовый цвет, водичка. Тоже, видите? Красит водичку, пенка цветная. И еще вот такие вот блестки. Разные поделки делать она любит. Там открытки, рисунки, все это. И вот такую вот расчесочку. Она скажет, я давно мечтала о такой, это точно. Элза просто это ее любовь. Вот такая вот. А еще вот эти вот лосины, смотрите, тоже
Та-дам! Здесь Анна, здесь Элза. Вот такие вот. Тоже я их по скидке, по-моему, взяла. А здесь нету. Ну, в общем, пару евро на них скидки было. Они сейчас тоже оцененные. Так что вот такие вот подарочки. Я хочу сейчас это все оформить вот в эти пакетики. Сейчас будем распределять по дням. Так, теперь важный моментик. Я хочу, когда Игорь домой придет, чтобы он сделал там гвоздик. И вон там вот, чтобы я могла нормально ниточку, эту, ну, веревочку эту повесить, да? Итак, еще что важно сейчас, это все это так, распределить правильно по дням. А, плюс я еще хочу на эту веревочку, которая будет вот эта вот подвешена, пустить гирлянду вот такую вот, чтобы она вечером красиво так подсвечивалась. Вот. Так, теперь у нас там 6 числа Николаус, это день Святого Николая, 6 декабря праздник. Так что в этот день я положу что-то сладкое, да, заморозим. И так. И еще 24-го в наш самый последний пакетик тоже надо положить что-то классное. Это, наверное, я положу расческу. Самая такая, то, что ей сильно понравится, пусть она вот на десерт, да? Вот. Значит так. Первый день. Пакетики, кстати, здесь такие маленькие. Не такие уж и большие они, да? Вместе. Вот такие вот. Первый день я хочу ей подарить лосины. Ну, чтобы ребенок сразу начал их носить, правильно? Зачем откладывать? Вот такие вот. Красивые. Мы их сейчас так красиво свернем. Аккуратненько. Потому что пакетик маленький. Так вот. Так. Вот так вот закрываем. И щепочку. Вот. Так, наша наклеечка. Циферка 1. Это будет самый первый подарочек. Вот так вот. Красиво, да? Первый готов. Второй, что у нас будет? Второй. Давайте шоколад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Ого, сколько пакетиков. Так, давайте еще, что еще? Корона. Или обруч. У Евы все короны, все обручи короны называют. Интересно поместится. Поместилось. Так, ребят, ну что, посмотрите, сколько мы с вами только что упаковали подарочков. Посмотрите, сколько пакетиков. 24, да? Здесь я все распределила. В общем, вот так вот они красиво выглядят. На каждом разные наклеечки. Я сейчас, значит, когда Игорь вернется, он сделает мне гвоздики, я вот это вот подвяжу. И каждый пакетик хочу повесить плюс с вот этими вот с огоньками. Должно получиться очень красиво. Я, конечно, покажу вам, что вышло. Но мне эта идея нравится. Я думаю, моя принцесса вообще вот довольна. Мы после садика пришли. Сейчас сходили за Евой. Так, видишь твои подарочки? Вот. Один по секрету. А? Одну по секрету я открою. 1 декабря, доченька. А. Все, начинается 1 декабря. Мы вот это вот все переместим туда на окно. И будет там у тебя висеть, да? Ты довольна? Много подарков? Ой. Да? Я хочу первый открыть вот эту лошадку. Так, это туда 21 цифра. Ты же будешь смотреть по циферкам. А, да. Это уже 20. Это двойка, да. Это 30. Иди помогай. Бери. Ева. Что? Неси маме. Где еще? Вот. Держись, не упади. Так, ну что, включаем? Включите. Давай. Раз, два, три. Вот такая вот красота у нас получилась. Ну что, тебе нравится? Классно, да? Вот так вот я себе представляла. Супер. Мне очень нравится. Я читала пакетов уже 30. Не, 24. Не, а я читала. 24 здесь. Я читала? Да. Классно, в общем. Друзья, если вам понравилась эта идея, ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите комментарии. Да. Все, мы с вами увидимся в следующем влоге. Пока. Пока. Пока.